Здравствуйте, и снова у нас замена дисплейного модуля, но на этот раз Xiaomi Redmi 4X. Дефект не повлиял на работу сенсора, но пострадал внешний вид. Приступим к разборке данного смартфона. Для начала вытаскиваем слот под сим-карты и флеш-накопителя. Снимаем металлическую крышку при помощи инструмента для вскрытия. Хотел бы обратить внимание на то, что крышка алюминиевая и легко деформируется при разборе. Будьте аккуратнее. После того, как сняли крышку, отключаем шлейф сканера отпечатка пальца. Далее откручиваем винты. Снимаем антенну с защитным экраном. Отключаем клемму батареи и шлейфы от системной платы. Теперь нужно отклеить аккумуляторную батарею. Батарея приклеена на двухсторонний скотч. Аккуратно извлекаем ее. Снимаем мультимедийный динамик, отключаем шлейф, откручиваем последний винт и при помощи пластикового инструмента для вскрытия извлекаем системную плату. Отключаем коаксиальный кабель. Отклеиваем вибромотор. Извлекаем слуховой динамик. Отклеиваем от рамки шлейф тачскрина. Отключаем коаксиальный кабель от нижней платы. Отклеиваем шлейфы от рамки. И также отклеиваем кнопки регулировки громкости и включения. Включаем сепаратор для разбора дисплейных модулей и кладем на разогретую до 100 градусов платформу рампу с дисплейным модулем. Разогреваем в течение 1 минуты. Ссылки на оборудование и инструменты в этом видео будут в описании. И отклеиваем дисплейный модуль от рамки, пока клей не остыл. После приступаем к очистке рамки от проклейки. Перед установкой нового дисплейного модуля следует его проверить. Частично собираем смартфон для проверки и включаем его. Проверяем на отсутствие битых пикселей и корректную работу тачскрина. Отлично! Разбираем смартфон. Обезжириваем рамку перед нанесением клея. Для склеивания будем использовать клей B7000, который используется для проклейки дисплейных модулей и тачскринов. Особенно удобен для смартфонов с тонкими рамками. Наносим тонким слоем. Берем дисплейный модуль, снимаем защитные пленки и склеиваем с рамкой. Для фиксации использую зажимы. Фиксируем примерно на 5-7 минут, после чего можно собирать смартфон в обратной последовательности. После сборки включаю смартфон и провожу контрольную проверку работы дисплейного модуля. Отлично! Работа выполнена успешно! Спасибо за то, что поставили лайк этому видео, подписались на канал и за ваши комментарии. До новых видео. Пока.